Приветствую всех на канале. Сегодня речь пойдет о быстрых зарядках. Дело в том, что в последнее время пошла мода, смартфоны продают без зарядок, айфоны и самсунги, типа отдельную плату покупая, вот, и получаются дополнительные расходы, да. Причем не всегда человек, который покупает, понимает, какая разница между многочисленными зарядками. Есть зарядки, которые фирменные, и есть зарядки, которые не очень, и есть совсем не фирменные. В последнем случае можно даже сжечь свой смартфон. Поэтому не суйте свой инструмент куда попало, и не будет проблем. Поэтому я сделал закупку на Алиэкспрессе и закупил известную фирму, то есть я и многократно покупал, с высоким качеством. Вот у китайцев есть такие фирмы, которые ставят ставку на качество, и их качество не хуже, а иногда и лучше, чем у того же Samsung или iPhone. Я сам владелец и Samsung, и iPhone, поэтому знаю это на опыте. Вот закупил такую в стиле iPhone сделано, все аккуратненько, можно прямо на прилавок ставить, и будет хорошо продаваться у Green. Стоит эта зарядка намного дешевле, чем зарядки у нас в магазинах с такими же характеристиками. Это 20-ваттная. Для iPhone это предел. Впрочем, как и для Samsung S21 тоже предел. Вот. Быстрая зарядка производится, кто не знает, повышением напряжения. Вот тут как раз видно, что 9 вольт на 2,2 ампера. Если мы перемножим, это где-то будет 20 ватт. Вот. И даже 12 вольт может использовать. То есть повышается напряжение, и общая мощность увеличивается. Но эта схема непростая, потому что взаимодействие идет потребителя с поставщиком. То есть поставщик у нас зарядка, а потребитель наш телефон. И просто так не включается. Иначе можно сжечь устройство, которое не рассчитано на это высокое напряжение. Значит, быстрая зарядка почему нужна? Потому что мы забываем, я, по крайней мере, забываю вовремя поставить на зарядку. И когда бежать на работу, у нас телефон в разряженном состоянии. Пока мы там умываемся, мы, можем успеть зарядить полностью зарядку. За полчаса заряжается от быстрой зарядки, а не целую ночь, как раньше было. Вот, поэтому такие зарядки нужны. Вот, открываем. Так, внутри ничего не осталось. Инструкция тут должна быть на разных языках. Вот я вижу итальянский, китайский языки, английский язык. Вот французский, испанский, где наш русский язык, любимый русский язык, нету его. Ладно, на отсутствие русского языка пойдет английский. Но тут все видно. И USB-C, это вот Type-C называют еще, это вот зарядка наших современных смартфонов. Вот характеристики все даны, в принципе, все. Так, и сама зарядочка. Так, довольно-таки большая и должна быть большой, потому что там, в принципе, мощь, оно размеры требует. Все сделано классно, современно, в стиле айфона. Все аккуратненько, чинно, ровненько. И надписи такие, пленкой защита есть, но я срывать не буду, нет необходимости в этом. Так, у нас остался кабель. Кабель, качество очень важно. Сувать любой кабель с магазина купил и поставил нельзя. Потому что делают хитрые китайцы? Во-первых, на контактах используют там дешманский материал, сталь, например. И второе, провод у них тоже, как ты не проверишь же, не видно, какое сечение провода. Провод у них там низкокачественный, и отсюда все проблемы возникают. Поэтому кабель. Также обращаю внимание высокое, чтобы у нас нормально зарядка работала. Так, мой iPhone 13 Pro Max. Давайте я подключу. Подключаю. Символ зарядки появляется. Зарядка идет, но почему-то 20 ватт не достигает iPhone.
всего лишь где-то вот 11-12 ватт. Вот так получается. Может, измеритель не прав, а может и что-то несовместимость какая-то есть. К сожалению, у iPhone и Samsung и прочих андроидов штекеры разные. Это Lightning, это USB-C стандартный. Вот. Непонятно, почему iPhone так упорствует, сохраняя Lightning. Но на то свои причины есть. Но вот чтобы у кого iPhone не покупали, такое лишние деньги потратить. Обычно продают сразу с Lightning или с USB-C. Ну что ж, зарядкой я доволен. Отличная вещь. Проверено уже, значит, много раз. Вот, спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.